Всем привет, ребята. Сегодня опять вышел покопать. Вот через полдня наконец-то какая-то монета. Что-то большое. Непонятное. Какой-то штрих на конячке. Что с этой? Какая-то польская, скорее всего. О, здесь видно год. Какой-то 38-й. И 58-й. Или 38-й. 1738, в общем, походу. Да. И какие-то иероглифы. И здесь мужичок на конячке. Прикольная монетка. Еще не находил таких. Что-то Б. Б. Или не Б. Дома помою, будет видно. И вот еще что нашел за полдня. Это вот такое вот кольцо железное, непонятное. Гильза, непонятно с чего. Есть цифра 20, 62. И какая-то, это значок какой-то непонятный. Пуля. Потом, не знаю, какая-то... накладка на пуговицу или что, не знаю. В общем, ищем дальше. Вот еще одна находка. Какой-то значок. Ан-12. И самолет. Цена 13 копеек. Закончил я на сегодня свой коп, уже потемнело. Вот после монеты нашел такую вот пуговичку. Обычная какая-то, без ничего. А монетка оказалась, это 2 копейки. Здесь вот мужик какой-то на коню и этого... дракона какого-то убивает. А здесь вот какой-то иероглиф. И год 1758. Вот такая вот монета. Сейчас схожу завтра куда-то. Может быть, что-то найду. Но сегодня целый день ходил. Где-то с часов 10. До... сейчас сколько? Ну, где-то до 5:30. Вот это нашел особо немного. Ну, ничего. В следующий раз повезет. Стало мне скучно. Решил выйти на ночь покопать. Вот нашел пуговичку. Со звездой. Серп и молот внутри. Такая вот пуговка. Опа, упала. Вдруг еще что-нибудь найду, покажу. Вот зашел к знакомым во двор. И нашел монету. 1/2 копейки 1914 года. Санкт-Петербург. Кто-то ее продырявил. Не раз, а два. Скорее всего, кто-то пуговицу себе сделал. Вот это придумали. Второй день моих поисков.
И у меня находка. Пуговка. Скорее всего, обычная, без ничего. Вчера такую же самую нашел. Только не здесь. Погодка, идет дождь. Ну, мне это не помеха. Недалеко от пуговки еще один сигнал. Монета. Скорее всего, поздняя. 3 копейки. 1987. Ищем дальше. Дождь немного прекратился. Даже немножко вышло солнышко. У меня монетка. 1 копейка. Похоже на все. Только ничего не видно. А, видно уже. Тоже позднее. 1974. Еще и какая-то погнутая. Ищем дальше. Вот очередная монета. И вы не поверите. Та же самая, что я нашел вчера. 1/2. И тоже с 2 дырками. Кто-то здесь очень модный ходил, походу. С пуговицами, сделанных с монет. Но это старее, это 1892. А вчера нашел 14-го. Прикольно. Ищем дальше. Очередная находка. На этот раз кольцо. С каким-то камушком зеленым. Оно случайно не золотое? Непонятно. Может быть и золотое. Ничего себе. Если золотое, я буду очень рад. Или позолоченные просто. Ладно. Дома посмотрю. Скорее всего, позолоченные просто. Но все равно приятно. Вот еще одно кольцо. Это уже 3-е на этом огороде именно. В прошлом году тоже нашел бронзовые. Это такое обычное. Никаких даже надписей нет. Интересно. Что-то здесь часто кольца теряли. Подведем итоги 2 дней. Вот нашел 3 пуговицы. Это может быть тоже была пуговица. Не знаю. Или какая-то шляпка от какого-то гвоздика. Так, 2 кольца. 1 с позолотой немножко даже осталось. Вот это, походу, обручалочка была. Потом вот монеты.
это вот должно что-то стоить. Плохо видно, конечно, нужно почистить так значок. И вот такая вот гильза. И ключик вот. И еще тоже гильза и пуля. Ну, это такое. Ну, в общем, неплохо покопал на выходных. Ждите новых видео. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока.